магазин, я его очень хорошо знаю. У них два магазина во Флоренции. И у них очень хорошее качество. У меня просто ноги никак не доходят сделать именно обзор здесь. Сейчас прохожу мимо и решила вот так немножко заснять витрину. Натуральная кожа. Сейчас я зайду, спрошу, есть ли у них сайт, чтобы я могла уже спокойно на сайте тоже или ссылку вам дать. $175, $169, вот эти длинные. Эти 165. И очень-очень длинные есть. €199. Вот такие за ужином носиком. €139. Лоферы €200. €210. €189, €165. Очень красивые. Все тоже 165, лакированные, красивые. Я знаю этот магазин, у них очень качественная обувь. Кстати, похоже на вот эту модель. В Алденине я видела, похоже. Нет, в Полине. 189. 149. Это что-то там Гуэс написано, наверное, бренд Гуэс тоже есть вот на этой полке. А это не Гуэс, это уже идет итальянская марка. В магазине практически все представлено, то, что я на витрине, поэтому... €229. Такая вот плотная кожа. €229. У них мужская и женская. То есть и мужская, и женская есть модель. Это вот мужская обувь. Отсвечивает немножко, потому что свет там, фонарики. 168 и 160. 129, 135. $195, $190. Кожаные $145, $159, $139. Вот это кожаная, натуральная кожа. $129. $189 вот эти. Через стекло немножко камера плывет. У
не могу поделать. Тот же самый магазин, только витрина другая, потому что у них очень большой магазин. Вот такие вот теплые. Омо — это мужские, но у них есть и мужские, и женские. 199 189. Здесь, я думаю, может быть даже мех натуральный. Такие вязаные, 230 евро. Я решила зайти вовнутрь, немножко вот так вот поснимать вам. Хороший на зиму. Мех внутри, кожа натуральная. 213 евро. 189. Все модели разные. Thank you.
Тоже экстра скидки мужские, замшевые, очень качественные, 89 евро сейчас. Ну понятно, да, что не все размеры, это чисто кожаные, мягкая кожа, вообще не похожи. Это такие.
yeah, yeah.